пора идти по делам, все дела дома сделаны. Слушайте, я такая счастливая, у меня душ работает. Кстати, духарись с этими душочками. Поняла, что раз я в такой в хлопковой такой футболке и в дольчиках, Шанель номер 5, ну, слишком круто наносить. Это более такой аромат. Ну, короче, я такая счастливая, Я пошла, мне нужно на почту заплатить за квартиру. Это раз. Я вам сейчас покажу средства, которым Серхон мне все почистил. Он оставил мне вторую коробочку. Слушайте, там было столько волос. Он сам все сделал. Прям достал вот эту вот штуку, снял. Вилкой достал эту штуку железную, а там волос. Но в итоге я все смыла, оставила. Надо почистить будет, пока некогда. Но унитаз почистила. Я вам сейчас покажу средство, которым чистил. Оставил мне вторую коробочку. Одно выбросил, вот такое средство. Значит, оно высыпается, открывается, там пакет с таким, типа, порошком. Высыпается в сливное отверстие и заливается горячей водой. У меня же нет горячей воды, я вскипятила в маленькой кастрюльке. И все, представляете, тут же решила проблему, тут же. Вообще супер просто. Так, мне надо что? Мне надо взять икомет, я же на почту иду. Сразу же мне нужно отправить Белли письмо. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, икомет. Ну и возьму $100, что ли. Разменяю, потому что у меня в кошельке 200. Вдруг не хватит. 200 лир у меня в кошельке. Вдруг не хватит. 230, может быть. Возьму, поменяю. Все, я пошла. Я пошла. Я такая довольная. Уже 3 дня, уходя из дома, не закрываю балкон. Пускай свежий воздух будет дома. Пускай. Все. Так, Мишустин. Тепло на улице. Красота. Слушайте, я опубликовала ссылку в разделе «Сообщество». Такая, короче, тема классная. Просто проверьте. Зайдите в Google, в поисковую систему и напишите, сколько лет придурку. Что вам выдаст? А потом еще следующий вопрос. Сколько лет старому придурку? Чья биография выйдет? Блин, в общем, пост об этом я опубликовала у себя на канале, в разделе «Сообщество». Гляньте, мои дорогие, я ржала, каталась вообще. Мне, кстати, Маша об этом написала. Водичку я заготовила. Все, выхожу из дома. Пойду по делам. И к морю потом обязательно. Двери открыла. Все прохлаждается. Как обычно, мусор забираю. Ключи в сумке. Ой, как классно. Шлепка. Как классно. Как здорово, когда тепло. Водичку взяла. Ну, в общем, все как обычно. Посмотрите, как почта делает. Приезжает и клеит вот эти вот. Вот здесь клеили. Ну, что за свиньи? Видите вот эти вот следы? Ну, это вообще, это жесть просто. Просто пиздец. Как так можно, а? Не видят же, куда ляпает. Еще такой клей-то. О, жаришка. Прям реально жара. О, тепло. Лето. У нас лето. Ой, Серхон. Видели, да, этого красавчика? Такой хороший, да? Я тоже так считаю. Ну вот, к почте пришла, глядите, какая очередь. Сейчас займу, что делать. О, опять в отделение не пускают, все, очередь стоит на улице. Пошла занимать. Белла, я тебе снимаю подтверждение с почты. Я купила только одну марку. А то
тут больше нету. Ты представляешь, все очереди мне переводили. Я показывала марки, нету, блядь, марок. Нету было. Это очередь. Одну купила. Сказали, что марки лимитированные выходят каждый месяц. И я, это девушке не помогали переводить. Каждый месяц выходит. Я в следующий месяц куплю все и отправлю все вместе. Эту и ту. Прошу прощения. Пришла, блядь, выспалась. Он говорит, все продали. Все продали. Ты же кюрлер. Короче, это пиздец. Прошу прощения было. Вот, вот такие вот из меня подруги, вот такие вот филателисты у меня. Из меня филателист еще тот. Я же как путевый комет взяла, думала, письмо буду отправлять тебе. Ну все, обнимаю, целую. Жесть. Расстроилась я сама, что эти марки не купила. Вон, еще раз, оцени очередь. Это пиздец было. Это вообще я всем говорю, это надо же, надо было хватать все. В субботу неудачно сходила. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Я тебе куплю в следующий месяц. Отправлю все вместе. А я ногу намозолила. От злости, блядь. Сейчас как идти? До моря-то как идти? Мамочки. Все равно пойду. Иду под храмовой. Сейчас зайду в аптеку, куплю этот лейкопластырь. Хочу выпить вина. Чё-то у меня стресс из-за марок. Сейчас надо будет оплатить, зайти за квартиру. Сегодня 4 число. Надеюсь, там хоть примут, там хоть удачно схожу. Ну жесть просто. Зашла в Макдональдс, попутно взяла салфетку и замотала ногу. Ну, хоть на что-то Макдональдс сгодился. И еще взяла в закромы. В закрома. Сейчас себе уберу. Видите? Пальчик забинтовала. Иду. Обернула так его. А что я как раненый боец-то пойду? Как обычно нарушаю. Перехожу дорогу в непозволенном месте. Мне нужно за квартиру оплатить. А потом уже с чувством выполненного долга идти к морю. Купаться сегодня не буду. Время уже вечернее. Раз я ходила на почту, пришлось сделать этот крюк. Блять, так расстроилась, что марки не купила. Белки пообещала. А что я сделала? Все, что в моих этих... В субботу ходила, ходила. Ой, жара, прям жара. Вон, это работает, холера? Работает. Что-то у меня стабилизация камеры отключилась автоматически. Трясло, поди. О. Мерхаба. А, электрик йог. А, payments. А, все, поняла, поняла, тамам. Электричества нет. День неудач, блять. Девичий рус. Я вообще. Это что такое? Сесть, может быть, найти столики для лилипутов и посидеть, выкурить сигаретку, которой тоже нет. И ума нет, и счастья нет, и квартира съемная, и мужика нет. Куда? Хейтеры, как бы вам-то хотелось, да? Ну, нихуя не будет по-вашему. Квартира есть, море есть, мужик есть, деньги есть. Счастье есть, красота, здоровье, все есть. И будет еще больше. Ха-ха-ха. Что будете делать? Как вам такая информация? К размышлению. Завязываются цветочки. Что-то поздно в этом году. Ой, поздно. А уже у моря. Купаться все равно не буду, спущусь от Ока Бич. С больной ногой все равно дошла до моря. Здесь видите, пляж-то, как сказать, размыло. Там плита. Купаться хожу на первый пляж, надо Млаташ.
к началу сезона, конечно же, подправит. Правительство это 100%. О, лежаки поставили. Я кофе пила 2 раза, поэтому нет смысла заходить в Вокабич попить кофейку. Народ, как обычно, столики есть, как назло. Как не надо сидеть, так, конечно. Купаются детки? О, здравствуйте! Привет, дорогая! Вы встретились! Здорово! Подожди, я отключаюсь. Помните, да, эту красотку? Помните? Посмотрите на ее лук. Щик-чик-чик! Такая звезда!